Это дерево хурма. Вот его молодые плоды. Вверху еще много таких плодов. Оно сравнительно молодое дерево, и плодов пока на нем еще было мало. Вот они все. Цветет лаванда так. Пчелки допоздна еще работают здесь. Красивый кустик, такой раскидистый, красивый. Рядом с розами. Запах очень приятный стоит. Вот и пчелка, поздняя пчелка работает. Уже солнце село, а пчелки все еще летают. Такой интересный цветок, как бархатное у него. Иголочки. А вот это еще бутончики. Этот цветок называется кнефовия, или по-другому африканка. Вот такие цветы я еще не видела здесь, чтобы росли. На фоне олеандра розового на клумбе цветут такие цветочки. Это агава. Она бывает вот такая полосатая и зеленая. Такой букет гортензии красивый. Это олеандр. Такой красивый, яркий. Уже расцвели почти все цветы. Все это во дворе растет. Бывает и розовый, и белый, а здесь вот ярко-малиновый такой. Альбиция, или по-другому шелковое дерево, сейчас активно цветет в Сочи. Это нежно-нежно розовые такие цветочки, они как пушинки. Их очень много, они собраны в соцветия и создают прекрасный букет на дереве. У дерева у этого тоже очень интересные листочки. Они как у мимозы. Такие же красивые и создают вообще букет чудесный. Всем здоровья, добра, радости!